набирают чеченские войска, которые, в общем, себя показывают только тем, что в основном в интернете воюют. Вот, выкладывает ролики, выскакивает, он стреляет из гранатомета, даже не подозревая, что если бы он в бою это попытался сделать, срезали бы. Он бы, скорее всего, там с вероятностью процентов 70, там же и лежал бы. Вместе со своим гранатометом, не успев нажать на кнопку.